В этом видео мы попробуем построить Дорст из 10 блоков, из 100 блоков и 1000 блоков. У нас есть 6 квадратиков и 6 крутых строителей, которые будут строить Дорсы. Так, давайте сейчас вы будете строить Дорсы из 10 блоков. Посмотрим, какие они у вас получатся. Все, давайте, начинайте строить. Постройки из 10 блоков готовы, мы сейчас этот будем смотреть. Ой-ой-ой. Я делаю больше такого типа. Да. Я не знаю, но мне кажется, из 10 блоков это неплохо, потому что, ну не знаю, это только 10 блоков, а он уже умеет двигаться и падать даже, как будто он бежит за кем-то. Выглядит неплохо. Пойдемте теперь к тебе. Это я впервые такое вижу, если честно. Это очень редкий монстр, который появляется с очень маленьким пацаном. Какой-то апельсин прилип к тени. Очень странно. Да, это монстр. Ты меня должен бояться. Не, я не буду тебя бояться. Опа, и все. Тень упала. Да, я его одолел. Вот почему она такая редкая, потому что их пингвины кушают. Ой-ой-ой, это фигура, вау, как это красиво. Правда, зубов нету, но это выглядит реально прикольно. Ух, что... помнишь, что в первой серии Дорса выбил фигуре... зубы, не только зубы. Вот, это фигура, но я не хватило на операцию на зубы. Ой, Сик даже прибежал посмотреть на это. Давайте битву Сик против фигуры, давай. Деритесь, дыш. Беззубая фигура. Ой. Против Сика, у которой немножко... Вау, куда он? Знаешь, какая проблема фигуры без зубов? Какая? Она не может кусать ухо, как только пса. Вот ты зуба. Я вернулся. Я всегда возвращаюсь. Получается, что фигура даже беззубая гораздо круче, чем Сик. Эль Примон. Я построю заново Сика, он будет намного круче, он тебя победит. Не дождешься, я тебя съем. У меня будут зубы. Ладно, идемте к пингвину Мазде. Это мой дом, да. И сюда можно зайти. Все, да. Все. Ай, больно. Монстр где? Сейчас, да. Подожди, я зайду внутрь. Я даже не увидел ничего, меня вытолкнули оттуда. Ужасно! Подожди. Я тебе давай покажу фокус, а ты меня не будешь кусать. Хорошо. Па-бам! Я сел на шпагат. А еще я вот так умею, смотри. И даже летать умею. Видишь, какой я крутой. Поэтому тебе меня не победить. Я знаю все приемы карате. Давай, проваливай из моего дома. Теперь это мой дом. Ой. Заминировали выход. Я же... каратист, давай я уберу эту бомбу. Давай. Кдыщ, бух. Все, пошли. Ура, все, убралось. Да. Видишь, какие приемы карате я знаю. Кдыщ. Теперь я супер жесткий ух. Квадрат гуся. А я думаю, это параллелепипед. Гусь молча показывает. Это Тимоти. Че? Он просто построил стол, поставил на него паука. Что это за паук такой странный? Да я сейчас этого Тимоти превращу в шашлык. Все. Какой ай, жесткий. Жесткий прием. Бьем. Упаду с обрыва. Больно. Тоже столик какой-то. В этом пистоле 11 блоков. Мы этого не видели. После этого пингвина Мазду больше нигде не видели. Вот такие получились Дорсы из 10 блоков. И сейчас... ой-ой-ой. И сейчас вы будете строить Дорсы из 100 блоков. Они должны получиться в 10 раз круче. Потому что... не знаю почему. Ладно, давайте, начинайте строить. Все, постройки из 100 блоков готовы, и сейчас мы их посмотрим. Вот это фигура у Агуши. Это гигачат фигура. Ты же хотел подраться с фигурой, смотри, какую фигуру Агуши сделал. Давай йогурт, я в тебя не верю. О, все, фигура готова. Ты думаешь, у тебя есть шансы? Думаю, есть. Он берет дубинку, чтобы тебя прибить с легкостью. Три, файт. Давайте, бутон. Битва начинается и фигура, вау, с одного удара. Ты видел, как он тебя кувалдой с одного удара, и ты отлетел, видишь, куда он отлетел? Бедный Сик, мне его жалко даже. И что? Нет! Что это? О нет, такая крутая фигура убегает, куда? Он мне оружие сломал, нет, ух, убегаем вместе. Что, у него есть супер ускорение? Он... Фигура горит, нет.
А это что такое? Это, да, это головастик. Выглядит, если честно, как-то, да. А еще страннее то, что это состоит из дерева. Почему? Это тоже. Дерево. Ну, похоже очень. У Мазды вообще фигура обалденная, нет слов. Это самая худшая постройка, которая тут есть. Привет, становись на вот эту вот красную штуку, видишь, правильно? Да. Становись на нее. Да, Мазда, зачем ты там стоял? Тебя утащила, не убуха. Че? Куда Мазду утащили? Нет, ты где? Погиби меня. Ты вернулся. Круто. Теперь давайте меня утащим. Хоп, я опускаюсь под землю, иду под кровать. И все. Теперь я под кроватью. Ну, вообще, я не под кроватью. Ой. Меня больше под кроватью не найдете. Меня под кроватный монстр съел. Что это за дом? Я тебя кушаю. А! Помогите! У тебя тут что? Опять твой сик, так он уже побольше стал. А это что такое? А это... Я уже не помню, но сик опять умеет падать. Давай посмотрим твой шкаф. Очень странный шкаф, конечно. Согласен, согласен. Еще. Здесь можно спрятаться от всяких... Ой, что происходит? Этих самых тех. Да. Я удалил этот шкаф. Ладно, все, начинайте строить постройки из 1000 блоков. Постройки из 1000 блоков. Сейчас будем смотреть. Странно, что ты ходишь сидя. Ну. Ду-дум-дум-дум. Ой, ду-дум-дум-дум-дум. Как там? Сейчас будет изгнание уха. В смысле? Меня пистолетом не победишь. Цепь криво у тебя встала, знаешь? Сейчас тебя изгоним. Сюда иди. Нет, меня поймали цепями какими-то и утащили под землю. Агуша, зачем? Вытащи меня, спаси меня, пожалуйста. Я не хочу быть изгнанным. Я дам тебе миллиард коинов. А все, я не дам больше. За мной гонятся цепи какие-то. Нет. Агуша, проси, что хочешь. Не изгоняй меня, пожалуйста. Дай лям. Нет. Ну ладно. Зачем ты это сделал? Он меня под землю изгоняет. Достал уже. Спасите меня. Ладно, еще. Меня сейчас спасет один очень крутой челик. Пингвин! Да. Резать! А, мне очень больно. Как-то не так у тебя получается. Потому что я не пингвин. Ты, короче, все. Сейчас я спасем вручную. Цепи все равно меня держат. Все, скриним. Скринили. Давай спасай меня от этих цепей. Сломай эти цепи, пингвин. Так. Вы приговариваетесь 2 часам расстрела. Спаси меня просто. Ой. Скриним. Ну ладно. Сейчас спасем. Что-то не горят эти цепи. А что ты шел отсюда? Я живой. Ура, меня спасли. Да я лысый. Нет, пингвин. Нет, эпик фильм. Сейчас я тебя уничтожу, это ухо. Туда его. Не тыкайте на кнопки, вы что делаете? Лифт закрылся, как мне зайти? И почему этот лифт вообще не в здании, а вообще не знаю где? Он левитирующий, это же Дорс. Заходи сюда, ухо. Куда мы едем вообще? Все, мы приехали. Дорс, ура, Дорс. А где Дорс? Вставь так, а потом фигуру сюда. А где Дорс? Там. Я съел Дорс. Я победил пингвина, ура. Слушай, войну не объявили. Нет, горю, убивают, уху. Я на вас обиделся. Стоп, это из 1000 блоков, точно? Ну да. Я мщу сика. Ой. Он тебя уничтожит, если ты мне не перечислишь 1 миллион коинов. Дайте мне фокус показать. С Маздой сработало. Ужасно. Подожди. Я тебе давай покажу фокус, а ты меня не будешь кусать. Хорошо. Па-бам. Я сел на шпагат. А еще я вот так умею, смотри. И даже летать умею. Видишь, какой я крутой. Поэтому тебе меня не победить. Я знаю все приемы карате. Давай, проваливай из моего дома. Теперь это мой дом. Мазда хотел меня съесть, когда я стал супер маленьким, а я сделал этот фокус, и он меня перестал хотеть скушать, и сам испугался и убежал. Скыдыш, я знаю карате. Если ты нападешь на меня, то я тебя уничтожу. Я даже могу на шпагат садиться. А вообще, у меня есть друг, вот его зовут Фигура, и он тебя прибьет, понял? Фигура из 100 блоков против Сика из 1000 блоков. Битва начинается. Против пингвина. Все, давай, файт, Агуша. Ты сможешь победить. Я в тебя верю. Дыш! Сик из 1000 блоков повален! Нет, моя фигура! Нет. У тебя сик вообще-то. Ой, мой сик, нет, мой сик, нет!
Иду мстить. Да, идешь мстить. Отомстил прям. Из 100 блоков даже мощнее получилось, чем из 1000. Ладно, Йогурт, пойдем твою постройку смотреть. Что там у тебя? Я вообще-то не резать пришел, у меня было бы нет. Я поставлю здесь двери, чтобы он не смог пройти, потому что они неоткрываемые. Пингвины непобедимая раса. В смысле? Ты не пингвин никакой, ты бекон какой-то ходячий. Молчи, это самое. Твое место только на сковородке. Ух, я тебя, кстати, вчера по килограмму подрезал. Ах ты, я до меня дошло, ты в игре сделал меня и зарезал. Ну все, а я пингвинов уважал. Ну ладно. Я вообще-то Матрон тебя позади не буду. Матрон, больше не буду тебя задать. Это постройка из 1000 блоков. Если честно, она похожа на то, что получается на битве строителей. У меня было красивее. Это будет поломана опора. А это нет. Помочь ее сломать? Не надо понять. Что ага, хочешь? Конечно, красивее. Я помню, у тебя там была палка с дыркой. То о чём? У меня деньги хотя бы были, которые украли. Ну, их-то украли, а у него их уже давно стыли. А у них его даже, их нет, даже не было. У него руки есть, а у него руки есть? Есть, у него есть глаза. Где? Тут Зэк сидит, и тут такой бам, Джефф. Вообще-то это было за полчаса. Два часа, понял? Ну, вообще-то строили не два часа, три часа мы строили. Все, давай, иди. Вон там дверь открыта, иди. Буду смотреть. Ладно, тогда смотри. Давай, Йогурт, говори нам, рассказывай что-то. Йогурт не знает, что говорить. Здесь вот такая комната из 1000 блоков. В ней есть вот такой вот неон. Это 1000 блоков? И здесь вот такой вот Джефф, у которого все украли. И это все сделали пингвины, 100%. В смысле, идеально? Я сам это вообще сделал. Как выйти из этой двери? У меня есть новость, которая тебе не понравится. Говори. Здесь 1136 блоков. Сколько? 1136 блоков, да? Ты обманул. Ну все, мы становимся злыми, и мы выбираем тебя отсюда. Резать. Не надо быть злым, надо быть хорошим, добрым. Ты же в конце концов добрый и хороший мальчик. Я сам улетел. Я уничтожил сам себя. Пойдемте захватим у Хаграда аккаунта. Мы уходим. Ты был таким красивым. Это был не я. Я тебя отомщу. Я вижу. Спасибо за участие Йогурту, Брейзеру, Агуше, Оранжу, Мазде, Злому Гусю и все. Пингвину не спасибо. Хотя ладно, спасибо, пингвин, все, я пошел. Не пушите меня.